Итак, запускаем версию 24W20A. Заходим, создаем карту, включаем экспериментальные. Окейшка. Креатив, допустим-то. Заходим. Берем зельку. Берем зельку. Вот эту. Берем зомби. Берем меч. Сажаем зомби. Кидаем зельку. Именно вот такую зельку. Splash Potion of Ozoling. Кидаем в зомбаку. И убиваем зомбаку. И смотрите, что получается. Игра зависает, и нас крэш игры происходит. Посмотреть крэш, крэш-репорт посмотреть. Вот, крэш-репорт, ребята. Но прикол в том, что если я зайду обратно... На ту же самую карту. Нас тоже опять будет крэш. Постоянный. Тот же самый крэш. То есть теперь нам вообще не дадут зайти на игру. То есть в эту карту. Будет сейчас постоянный крэш игры. Вот, постоянные крэши игры происходят. Моджанки, почините ваше дерьмо. Гейм крэш этот.